Я очень рада, что могу делиться с вами сегодня о Божьей милости, о нашем принятии и понимании этой невероятной благодати. Библия учит нас, что нам нужно расти в понимании благодати. Во 2 Петра 3 глава 18 стих в переводе «Радостной вести» написано: «Так возрастайте в благодати, все больше узнавая Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Его доброту». В этом отрывке Писание вдохновляет нас расти в благодати. Но что это значит? Мы часто думаем о росте в вере, или росте в терпении, или, может быть, росте в благовестии. Но мы не часто думаем о росте в благодати. Слово, которое здесь используется в греческом, происходит от слова «харис», что означает «душевную доброту», «незаслуженную милость», «благословение». И когда я думаю об этом проявлении благодати, я вспоминаю мою бабушку, которая вырастила меня. Когда я была маленькой девочкой, 8 лет, моя мама сильно заболела и оказалась прикованной к кровати. Тогда мои бабушка и дедушка приехали в Америку из Японии и помогали растить меня и моего брата до тех пор, пока я не уехала в колледж. И моя бабушка часто пела мне по вечерам, потому что мне бывало грустно из-за моей мамы. И она пела такую песню: «Ты мое солнышко, мое единственное солнышко, ты делаешь меня счастливой, когда небо серо, и ты никогда не узнаешь, моя дорогая, как сильно я тебя люблю. Пожалуйста, не прячь от меня мое солнышко». И в 2009 году, когда моя бабушка умирала, она еле слышным голосом прошептала эту песню мне снова. И она часто говорила мне, когда я была ребенком: «Ты моя любимая внучка». И у нее был 21 внук. И где-то, вероятно, я догадывалась, что они все ее любимые. Но я чувствовала, что как будто я была ее любимчиком. И я верила, что я была ее любимчиком. И когда она пела мне в последний раз, я пела ей рядом. Ее голос увидал, и слеза скатилась по ее щеке. И мне вспоминается библейский персонаж Мария, мать Иисуса, которой Бог сказал, что она его любимчик. Когда ангел Господень пришел к Марии, он сказал: «Приветствую тебя, благословенная Богом». И затем снова говорит ей: «Ты обрела милость Бога». Другими словами, Бог сказал ей: «Ты одна из моих любимых детей, ты моя любимица, ты обрела харис, эту душевную доброту, эту незаслуженную милость, особое благословение от меня». Но когда вы смотрите на жизнь Марии, вы можете подумать: может ли внебрачный ребенок быть незаслуженной милостью? Может ли это быть благословением? В те времена вас могли забить камнями за внебрачную беременность. А как же Иосиф, ее жених? Что он, должно быть, подумал в тот момент? «Мария, ты беременна? Как ты забеременела? Мы же собирались пожениться». И в довершение ко всему ее семья, не говоря уже обо всем городе. Как они должны были себя чувствовать, узнав, что Мария беременна? Но когда мы смотрим в Библию, то вместо непонимания мы видим ответ Марии, который разительно отличается. Она говорит: «Прославляет душа моя Господа, и дух ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он обратил свой взор на меня, малую и неприметную. Отныне будут называть меня счастливую все поколения, ибо совершил для меня великое, сильный». Это то, о чем она молилась сразу после всего. «Я благословлена, люди будут называть меня счастливой, потому что Бог сотворил великое для меня». На самом деле, так часто мы не смотрим в такой перспективе на свою жизнь. Как же Бог может помочь нам вырасти в понимании благодати? В своей жизни я вспоминаю 90-е годы, когда выяснилось, что я болею волчанкой. В моем случае волчанка поразила мои внутренние органы, мою печень, легкие и почки. По сей день у меня остаются рубцы на органах после этой болезни. И я хочу сказать всем сестрам, которые молились за меня и постились за меня: спасибо вам огромное. Благодаря этим молитвам я смогла выздороветь. И все же в те времена я не могла с уверенностью сказать: Бог любит меня, или Бог оказал мне незаслуженную милость, одарил благом мою жизнь. На самом деле я чувствовала себя
ненужной, бесполезной. Я думала, может, Бог не верит в меня или не хочет использовать мою жизнь. И это было очень-очень темное время в моей жизни. Но оглядываясь назад, я вспоминаю мои молитвы, обращенные к Богу. Я молилась, потому что больше не могла ничего делать. До этого я была занята целыми днями, думаю, из-за того, что я трудоголик. Была занята в церкви, на разных встречах. И у меня не нашлось времени для того, чтобы по-настоящему вырасти в глубине в отношениях с Богом. Так я научилась, что благодать — это не то, что я могу сделать для Бога, но то, что Бог делает для меня в моей жизни. И я не только выросла в отношениях с Богом. В то время у меня было двое маленьких детей, одному было 3 года, второму 1 год. И они забирались на мою кровать прямо на меня, и я могла читать им разные истории, могла петь с ними песни, могла смотреть с ними телевизор, рисовать с ними вместе. И я знаю, что, будучи трудоголиком, сама я бы не смогла найти время, чтобы делать все это. И не только это. Благодать изменила наш брак. Фрэнк и я стали дорожить друг другом и ценить каждый день, который мы могли провести вместе. И мы стали ближе не только как супруги, но и как семья в целом. И сейчас, оглядываясь назад, я так благодарна за это. В детстве, когда я была маленьким ребенком, я потеряла маму. И меня всегда волновала мысль, что она думала обо мне до того, как уйти. Я всегда переживала, гордилась ли она мной. Я хотела, чтобы мои дочери никогда не сомневались в том, как сильно я люблю их и как сильно горжусь ими. И на очередной день рождения я решила, что напишу письма о прошлом годе. Обо всех памятных моментах, в которых я была с ними, и обо всех причинах, почему я горжусь ими. И в прошлом году обе мои девочки вышли замуж. И я положила эти письма в альбом и подарила их каждой после свадьбы. И мы много плакали вместе, вспоминая все наши особенные времена. Сестры, у всех у нас будут трудные времена. Но чего мы хотим? Мы хотим вырасти в понимании благодати, или мы хотим вырасти в горечи, злобе и разочаровании? Сестры, Бог так сильно нас любит. Он дарит нам незаслуженную милость и благословляет нас так же, как Он сделал это с Марией. Мария была благодарна за все, что ей пришлось пройти. Что касается меня, то я не была так благодарна. Я чувствовала, что Бог не любит меня. Но сейчас, оглядываясь назад на все те годы, я понимаю, что это было огромным благословением из всех, что Бог когда-либо давал мне. Сестры, я хочу, чтобы вы помнили, Бог поет вам с небес. Ты мое солнышко, мое единственное солнышко. Ты делаешь меня счастливым, когда небо серо. И ты никогда не узнаешь, моя дорогая, как сильно я люблю тебя. Итак, сестры, помните, Божья благодать всегда изливается в нашей жизни. И я надеюсь, вы будете расти в ее понимании через все, что вы проходите. Спасибо.